представляю инициативную группу 10 Б класса Теоретического лицея имени Николая Васильевича Гоголя. В рамках проекта «Гражданский бюджет» мы решили создать свой проект под названием «Изумрудный сквер». У нас на территории лицея есть двор, который не облагорожен и нуждается в его реставрации. Мы хотим посадить там деревья и растения, установить скамейки и урны. Этот двор выходит на улицу академика Николая Филиппа и является лицом не только нашего лицея, но и всего города. Мы хотим, чтобы это место было не только местом отдыха учителей, учеников и их родителей, а хотим, чтобы это место радовало глаз горожан и гостей, которые проходят по этой улице. Наш проект, стоимость нашего проекта 28 000 леев. Голосуйте за наш проект!